Привет, друзья! Пока в ситуации с опущенным софткапом нет никаких новостей, я начинаю новую рубрику. Посвящена она будет небольшим секретам или просто не сильно известным фишкам, позволяющим получить неплохую прибыль или какие-то редкие и полезные предметы в игре Black Desert. Но для начала минутка рекламы от спонсора видео. Grizzle.ru – новое имя на рынке игровой валюты, набор поставщиков Black Desert и других ММО. Все контакты в описании к видео. Итак, друзья, сегодня в первом видео из данной рубрики я предлагаю вам узнать, как получить камушек на бонусный опыт без какого-то рандома, который ускорит прокачку на 10%, что сейчас очень-очень актуально. И кроме всего, можно получить еще заодно и халявный осколок кристалла для создания заточки для брони выше 16. Итак, друзья, для начала нам надо добраться до столицы недавно открытой локации Медия, до города Альтинова. В нем мы бежим к кладовщику по имени Дэйви. Найти его довольно просто, или через лупу, или же просто по карте. Недалеко от него, прямо за ним, стоит интересующий нас NPC. Зовут его Карманник Хейли. Проверьте, чтобы у вас было включено отображение квестов. Справа в меню квест-лога, прямо над квестами наводим мышку, там есть кнопки, вот их нам и надо включить. Для тех, кого интересует не только награда, сам по себе квест станет очень интересным занятием. По сути, он дает огромное количество знаний по игре, да и сам сюжет довольно забавный. Карманник Хейли влюблен в продавщицу кристаллов Бельгалле. Но так как сам карманник не сильно умен и мало чего знает, а сама девушка считает его глупым, недалеким и ничего не знающим о мире, он просит нам помочь завоевать ее уважение и пройти за него викторину. То есть, по сути, реально доказать, что он глупый, недалекий и ничего не знает об этом мире. Иронично. Но сейчас не об этом. Для него она оставляет записки с вопросами недалеко, прямо там на столе. А вас он просит якобы передать его ответ, а по сути просто ответить за него. Вот такой вот жизненный, похожий на реальность сюжет. Каждый ответ стоит 10 энергии. Всего 21 заход, последний потребует аж 40. Для тех, кому интересен сюжет игры, я просто ускорю общее прохождение квеста, что я записал, под веселую музычку. А для тех, кто просто хочет быстренько полутать камушки за точку, ответы на вопросы я добавляю в описание к ролику. Итак, друзья, поехали! Ну и, друзья, конечно, если данный ролик вам помог, не забывайте обязательно поставить большой палец вверх. И пишите в комментариях, может быть, вы знаете тоже какие-то интересные фишки, которые бы стоило рассказать другим.
sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. А на этом у меня на сегодня все. Смотрите другие интересные и полезные гайды, то, как я точил оружие и многое другое, кликая на аннотации на экране и по ссылкам в описании к видео. Подписывайтесь на канал, скоро тут будет не только Black Desert, но еще и русский BNS и другие игры. Вступайте в мой паблик ВК и обязательно делитесь данным видео с друзьями и, конечно же, ставьте лайки. Всем удачи! Увидимся на просторах Black Desert, друзья!